Радио «Романтика». В гостях у «Радио «Романтики» Патрисия Касс. Здравствуйте. Bonjour. Пускай я немного официальная, но вот сейчас я скажу «Добро пожаловать в Москву, Патрисия». Merci beaucoup. La chanson ne nous rajeunit pas, hein? Ça fait 25 ans. Большое спасибо за приглашение. Уже 25 лет я занимаюсь моей профессией. Я пою. Vous avez toujours été très fidèle. Merci beaucoup. Я всегда оставалась очень верной своей профессии. Я не могу перепрыгнуть сразу на следующий вопрос о любви Патрисии к России. En fait, je pense qu'il y a des histoires d'amour qui fonctionnent et celle-là, elle fonctionne depuis 25 ans. Je pense que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que ça existe. Вы знаете, любовные истории иногда длятся очень долго, и моя любовная история по отношению к России, она длится все 25 лет моей профессиональной карьеры. Ну, это что-то происходит внутри людей, и вот такое происходит, и любовь такая длительная. Ну, я как понимаю, первая поездка, которая была очень давно, Патрисия испытывала исключительно волнение и любопытство, ну, приблизительно как я сейчас. Bah, disons que c'était en 1989 et j'ai fait une émission de télé. Et puis après ça, on m'a demandé de venir faire des concerts et c'est là que ça a commencé parce que c'est le public qui m'a adopté. Знаете, если говорить серьезно, то это было в 89 году. Меня пригласили на телевизионную передачу, а потом последовали концерты. И надо сказать, что публика меня приняла. И вот та история любви началась тогда. Хотелось бы поговорить о цели вашего нынешнего визита. Это шоу, посвященное 50-летию со дня смерти великой французской певицы Эдит Пиаф. Tout à fait, c'est ça, c'est les 50 ans de la mort d'Edith Piaf en 2013 et j'ai voulu lui rendre hommage en interprétant les chansons que les gens connaissent mais aussi en leur faisant découvrir des chansons que moi-même j'ai découvertes et qui sont très belles. Да, это правда. Этот мой визит посвящен этой годовщине, то есть 50 лет тому назад не стала Эдит Пиаф. И я хотела исполнить программу из ее песен, но не только тех, которые всем известны, и в том числе и нашей публике, а и тех песен, которые для меня самой были открытием. Я тоже их спою. Je pense que pour interpréter Piaf, il faut une certaine expérience de la vie, un certain courage. Я думаю, что если берешься за исполнение песен Пиаф, то нужно иметь, помимо мужества, нужно иметь еще и желание и возможность выразить то, что выражала в своих песнях Пиаф. Но почему мы говорим в будущем времени? Ведь премьера, насколько я знаю, уже состоялась в Лондоне и в Нью-Йорке. La première a eu déjà lieu. Oui, et puis Londres, c'était pas facile, parce que c'est quand même un pays difficile pour un artiste français. Et de faire mon premier concert en hommage à Piaf là-bas, j'avais très peur. Ну, знаете, да, действительно, так оно и было. Так случилось, что первые премьеры состоялись именно в этих столицах, о которых вы сказали. Но я думаю, что от этого не менее важно то, что я здесь буду петь премьеру своей программы. Surtout le Royal Albert Hall ou le Carnegie Hall à New York, après ça, il ne peut plus rien m'arriver. И, знаете, я думаю, что если уж я прошла в Карнеги Холл в Нью-Йорке, ну, после этого уже можно не бояться. Насколько мы знаем, вчера у Патрисии был день рождения. Vous avez eu votre anniversaire. C'est ça. Да. Отлично выглядите. J'ai eu un très beau cadeau. И у меня, и мне преподнесли очень хороший подарок. 17 heures de voyage. Никто не сомневался. В этот день мне пришлось совершить перелет самолетом, который длился 17 часов.
Значит, не все было работой, и на отдых тоже время нашлось. Je préfère encore répondre à des questions. Je ne sais pas si on peut répondre que c'était en repos. Non, parce que je préfère encore répondre aux questions. Нет, знаете, это, конечно, был не отдых, но в известной степени, да, я не работала. Из лирического отступления выплывает логическое продолжение. Позвольте. Лица радиоромантика от всех наших слушателей, от меня лично. Алло. Поздравить вас с днем рождения, пожелать творческого долголетия, что для человека от искусства, я думаю, наиболее важно. Спасибо вам. А merci для красивой beaucoup. Женщины красивые цветы. Прошу. О французских женщинах. В чем секрет французских женщин? Если она пройдет мимо, даже не очень ярко одета, ей вслед все равно хочется обернуться. Le secret d'une femme française, c'est quoi? C'est l'image qu'on a de la femme française. Ну, это, пожалуй, сам образ, который я заметил. Составляет сущность французской женщины. Вы в эфире «Радио Романтика». Скажите, что для вас является романтикой? Романтика? Романтика. Mais c'est pareil, c'est plein de choses, романтика. Это слово очень ёмкое. C'est un moment de partage. Это, разделённое чувство. Une ambiance. Это une lumière. Хорошие отношения, это хорошая атмосфера. Une odeur. И обожание. Здесь очень много всего вместе в этом слове. Романтика. Увы и ах, пришло время прощаться. Точнее, даже не люблю слово прощаться, говорить до свидания. Да, il faut dire au revoir, alors. À la prochaine, au revoir, à la prochaine. Приглашать вас в гости еще, быть может. J'aimerais bien vous inviter encore une fois, plusieurs fois, nous visiter. Pas de problème. Никаких проблем. Да что вы говорите, все ловим на слове. Bon, comme ça, on attrape votre parole. D'accord. Gardez-la bien au chaud. Да-да-да, и пусть это слово не остывает. Мое слово и ваше желание меня видеть. Это великолепная кода. У нас была. Как грустно говорить, это была. Патрисия Касс. Всего полчаса. Как это быстро. И до новых. Спасибо вам. Так. Je sais pas. Спокойной ночи. Ну, в принципе, уже можно. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Слушай. Чувствуй. Мечтай. Радио Романтика.